Пик паводка ожидается к концу марта. Такой прогноз сделали сотрудники Мособлводхоза. Пока погода обнадеживает, и паводок может пройти незаметно. Снег почти сошел, однако если выпадут обильные осадки, реки может размыть. Подготовку к предстоящему паводку обсудили в администрации Орехово-Зуевского района. Пришла весна, и жителям, чьи деревни находятся вблизи рек и в низине, приходится гадать, какое испытание устроит им погода. Отрежет ли Клязьма дорогу домой для жителей Войновой горы и как справится плотина в Степановке? Не повторится ли в Богородском истории 4-летней давности? Пока сотрудники областного водхоза дают оптимистичные прогнозы. Вот, ожидаемый максимальный уровень воды в реках бассейна реки Ака, то есть Клязьмы, до 330 сантиметров при среднемноголетнем уровне 688, то есть все-таки ниже. На сегодняшний день уровень воды в Клязьме у нас из Орехово-Зуева 113,94, при опасном уровне 118,25. То есть пока ситуация не вызывает опасений, однако если сравнивать с двумя прошлыми годами, когда по сути не было паводка, в этом году все пройдет не так спокойно. Пик половодья прогнозируется преодолеть в конце марта. Во многом разлив рек будет зависеть от количества солнечных и дождливых дней. Уже сейчас по поручению главы района все службы приведены в готовность. В случае затопления на помощь жителям придут спасатели и коммунальные службы. На контроле и общественные колодцы, которые в момент паводка могут быть затоплены. В случае необходимости пробы воды будут брать сотрудники Роспотребнадзора. Сейчас специалисты областного водхоза ежедневно проверяют уровень Клязьмы. В случае превышения максимально допустимой отметки все службы будут оповещены.